Сейчас будут твориться странные вещи. Замена правой ступицы в сборе. Заодно испытаем кое-какой инструмент, как он работает. Такое хитрое приспособление, что когда нету второго человека, кому подержать ключик. Переход идет тяжелая артиллерия. Мое новое приобретение. Гайки затянуты с моментом 113. Так. Все видно. Ступицу снял, все подвешено, остается разобрать старую вытяжку. В прошлый раз это заняло полчаса. Подшипники уже подпалены с одной стороны. Значит, вовремя занялись. Теперь осталось выпрессовать вот эту штуку. Наконец-то я ее победил, выбил при помощи двух молотков. Точнее, трех, потому что один уже сломал. Там еще закисло намертво, поэтому не мудрено, что оно так сильно приступать к сборке.
Так, теперь все образите, как это стояло. Новое установлено, прикручиваем. Теперь надо затянуть с моментом 56 ньютон. Моментом 56 закручены. Теперь надо поставить грифозащитное кольцо, чтобы попало окно, совпало с датчиком АБС. И запрессовать. Продолжать наш ремонт и все ставить на место. Момент затяжки 153 ньютона. Готово. Заключительный аккорд. Ставим колесо на место. Проверяем момент затяжки. 103 ньютона.